Одну дверцу открою, туда посмотрю. Это для того, чтобы у нас не было ни болезни Паркинсона, склероза, чтобы не было. Но это для пожилого. Улучшалась память у нас. Успокаивает нервную систему. Но это для людей пожилого возраста. Это очень полезное занятие. Почему? Потому что... Так. Кучку. Собрать. На елку? Да. Ну, лучше сколько? Вот посчитай по объему. По линии. Ты поняла? Если бы ты так клеила. И вот получается у нас из такого каркаса он одинаковый, что для Деда Мороза, что для Снегурочки. Только для Снегурочки немножко короче ручечки. И вот получается с такого каркаса, видите, вот. На твою фантазию. Да, костюм должен, не должны ручки быть такие. Его в обтяжку не сделать. А его не... Вот. Данный мастер-класс проводится специально раз в неделю для детей войны, чтобы, во-первых, они разрабатывали моторику рук, не было заболеваний, во-вторых, для того, чтобы они отвлекались и забывали о том тяжелом времени, которое сейчас у нас. Тем более, что они в детстве уже пережили войну, и сейчас та информация, которая поступает с интернета, из телевидения и вообще от знакомых, от соседей, очень сильно гнобит люди в возрасте, повышает давление, сердцебиение, загружает людей, нервную систему их расстраивает. Вот именно для этого здесь, на базе территориального центра, проводятся разные мастер-классы, кружки, концертные программы, физкультурно-оздоровительные мероприятия, чтобы люди как можно больше находились друг с другом, общались, отвлекались, делали приятные вещи с хорошими мыслями, с добротой, с мыслью о том, что они скоро в новогодние праздники подарят сделанное своими руками с любовью для своих родных, близких, друзей, знакомых, соседей. Красный, да? Нет, на Снегурочку другое. Это на Деда Мороза красная. Взяла вот так вот, вот. Да, да. На одну и сторону. И надо по диагонали. И да. Как, ты по диагонали вот хочешь? Хочу. А, я думала кругами. Надо сюда. А нитки есть? Я кружок вот, туда. Давайте сделаем волосики. Наберете вот так вот туда-сюда, туда-сюда наберете. Вот так вот, да? Потом возьмете вот здесь, прошьете вот так вот, вот здесь, вот здесь. Там опять дым. Наверное, я не знаю.